Всем привет! Вашему вниманию предлагаю обзор пирамидки Чимафанг Ган Хан Ман Маган Сиоми Юсиджу Фусиджу. Пирамидка данная используется на протяжении года где-то, плюс-минус 2 года. Что я хочу сказать по данной пирамидке. На этой пирамидке я поставил свои первые рекорды. Первый раз я поставил рекорд, у меня был 3 часа. Потом второй рекорд я поставил, у меня был час. Сейчас я собираю пирамидку за менее чем 2 секунды. Вот такой вот прогресс. Пирамидка, хочу сказать вам, очень скоростная. Смотрите, как быстро она крутится. Вертится быстро тоже. Логотип. Это логотип данной пирамидки. Она вся цветная. Форма у нее пирамидальная. Это не куб, это пирамидка. У нее есть 1, 2, 3, 4 цвета. Вот. Крутится она очень-очень быстро. Я при вас сейчас могу поставить рекорд. И доказать, что я действительно собираю эту пирамидку менее чем за 2 секунды. Итак, давайте по-честному все. Положили на старт. Внимание. Все. Не считается. Ни докручения. Рекорд не считается. Заново давайте. На старт. Внимание. Оп! Все. Собрал. Таймер я не включал. Где-то, я думаю, из 2 секунд я вышел. Так что вот я вам доказал, что я собираю ее менее чем за 2 секунды. Это можно потренироваться. И буду собирать за секунду где-то. Вот. Крутится, как я уже говорил, очень она бодренько так это. Нормально. Смазываю я ее периодически, там подклеиваю, подмазываю, подчищаю. Я что хочу сказать. За данным изделием все-таки необходим уход. Уход. В смысле, ухаживать нужно за ней. Там чистить, мыть, тереть ее, там протирать, там. Пирамидка достойная. Вот. Это самая лучшая в мире пирамидка. Вот. Стоит она пределах, я уже не помню, рублей, наверное, 200, что ли. А может и 100. И она самая лучшая. Она самая скоростная, самая шустрая, самая смешная. Я пошутил. Вот шутка такая была у меня. Все, обзор закончен. Подписывайтесь, ставьте вот такие вот лайки. Все, пока, друзья. Пока.